У Челябинска появился музей образования. Он открылся в учебно-методическом центре в Ленинском районе. Экспозиция рассказывает об истории учебного дела. В основном представлены экспонаты советской эпохи. Если не ходишь за парту, крышечку открыл и сиди свободно. И чернильница. Я еще начинал, когда чернильница с крышкой была. И я в чернильнице, и у меня перочистка была. Зато... А еще вот Начальник управления образования Елена Коузова не удержалась и села с коллегами за парты. За такими учились в 60-х. Как признаются создатели музея, достать столы было довольно сложно. Нашли их в деревне Казанцево. Школьные годы здесь вспомнили многие из посетителей. Так министр образования Александр Кузнецов взял в руки рогатку. Ну, не знаю, хвастаться, не хвастаться, но я был, в общем-то, не очень таким послушным ребенком, как мне мои родители говорили, мы тебя из садика забрали раньше срока, потому что в садике начинал уже хулиганить. Поэтому я в школу пошел 6 лет. Всего здесь около 2000 экспонатов. Собирались они из школьных коллекций. Часть предметов педагоги принесли из дома, в том числе и эту книгу для обучения 1912 года. Изданная для детей низших сословий, она включала в себя весь курс начальной школы. Все темы изложены в таком спокойном, как бы популярном, не строго научном стиле. И вот эти, скажем, даже по биологии, по физике разделы, они изложены как рассказ. Довольно-таки интересный прием, неутомительный для детей. В ближайшее время начнутся экскурсии для школьников. Немного позже экспонаты можно будет увидеть и в сети. Организаторы проекта задумались над созданием виртуальной версии экспозиции.